Привет, добро пожаловать в следующий час, следующая часть. Давай сыграем легенду о святом мече 2. И сейчас у нас, сейчас не одной. У нас есть партнер, у нас есть сотрудница и свое имя Анна. И Анна... это очень важная часть моей группы. И хорошо, мы продолжаем. И, к сожалению, в Пандоре есть бедство, есть катастрофа. Мы не знаем, но это касается, что люди, кто-то искусает энергию жизни. Это гражданина. Хорошо, посмотрите. К сожалению, у него есть сейчас, что называется по-русски, это кастет. Это кастет не очень, потому что он не очень слабая, но это не умеет значения, не умеет смысл делить. И это будет выгодно, если использует меч, кроме его. Но, по-моему, копы — это сами выгодные оружия в видеоигре. И посмотрите, мы можем предотвратить, поменять свой подход, свое настроение в борьбе. И посмотрите, и это матрица, которая пугающий, это как настроение, как подход будет в борьбе. Сейчас это самый безопасный подход. Но я хочу это часто, не часто, но иногда агрессивная. Потому что если слишком пацифист и слишком не мешает в борьбе, это не будет пригодно, это будет просто не полезно. Но, конечно же, по сравнению с Борисом, он немножко слабая, слабее. О, посмотрите, как это. И, конечно же, это очень ужасная ситуация, потому что он стал нижним в здоровье. И это мух что-то отравил ей. Но отравление, конечно же, это просто не постоянно. Это просто краткосрочный проблем, но искусает мой здоровье за одной очкой. Хорошо. Продолжаем. И, конечно же, он будет получить уровень, и после того не будет таким образом слабая. И потому что в будущем он будет, по-моему, самый важный член моей группы, по-моему. Поэтому я доволен, и я рад, что он посоединила с ним и с нам. И я хочу еще
говорит, что такое, что это возможно, что не будет, or не было. А сейчас это возможно, что это после того, мы достигаем на следующее место, он будет посоединить с нам. Потому что это не случайно, но в крайней мере случайно. Это иногда происходит таким образом. И это плохо, потому что это будет очень неприятный и очень что-то тяжелый барба. Соблюдается, не соблюдается, сопровождается, сопровождающий, я не знаю, но если в этой случайной будет ужасным борьбе, когда я был ребенком, я просто первый раз, за который я сыграл эту видеоигру, это был так. Но не так. В каждых случайных, на случайных, в каждых последних играх. Это Селокипа. Поселок Кипа. И мы можем, как обычно во видеоигре, в роловых видеоиграх, мы можем спать в гостинице, и это пополнит мою здоровье. Это хорошо. Это просто исключено в сериале «Ultima». В «Ultima» это не так, и мне не нравится, это хорошо. Потому что в этой видеоигре, в этих видеоиграх, это чтобы мы можем просто отстаемся или прогуляемся, и это очень медленно. Постепенно пополняем мое здоровье. Он сказал, что мой папа владитель магазина суда здесь. Хорошо. Что такое? О, я хочу посмотреть, что в теле Анны, потому что мы не знаем, как кунг-фу суд, и ничего нет в руках, и ничего нет на голове, потому что мы сделаем покупки и elbow pad, и ты заранее я не знаю по elbow. Я не знаю. Два нужно. И... кунг-фу дресс. Я не знаю, если это хороший. Это самый хороший для есть сейчас, но слишком много дорогие. И хорошо. Это ленты. Это волосы ленты. Это хорошо. Это и для Бориса обнаружаем с элбопадом. И продолжаем остатка отстающей брони. Это просто wristband, браслет. Хорошо. К сожалению, у нас нет достаточно денег, чтобы купить это дресс по русски плата. Я слышал о королечестве. Это в этом
в этом месте, в этом селе, это слишком расслабленный. Расслабленный. Это мой сын Дайлек очень занят и не может посетить меня. О, не идет гость. В северной существует Гаянево, дворфов живет туда. Хорошо, это очень хорошие новости, потому что нам нужно встречиться с ним. А, я знаю, это как село. Что делает? О, это... Это парень сказал, и это парень свое имя мужчина Канана. Это мой дом, и моя жена в верхнем этаже. Хорошо, а почему хотите, что мы говорим с ним? Это братцев, я братцев или я брати. Моего мужа выглядит одинаково, похожи друг с другом. О, они играют так, я не знаю, и она не знает. Хорошо, мы продолжаем. И послушайте, пожалуйста, это новая музыка для этого места. Я сказал в предыдущих видео, что мне нравится очень музыка этой видеоигры, потому что это очень красивый. О, это не был неправильный direction. Direction попадается. Direction. Я напишаю. Direction. О! Это зла света. Хорошо. Мой убил его. Ей. Потому что свет женского рода, нет? Хорошо. Но, к сожалению, она не позволяет, не... выходение на Гаянево, поскольку он хочет что-то встретиться или он хочет спасти господин Хатят. Спасти господин Дайлак, товарищ майор Дайлак, но, к сожалению, это не так. Что делает? О, слишком много у Гаянево есть, слишком много монстров. Я видел это пролива, это дожди пролива, и пришел ребенок в нем, внутрь себя, я не знаю, пролив. О, посмотрите, это, по-моему, это первый раз, который монстры огромные угрозы на нас. Эти монстры, которые стреляют со своими луками и стрелами, это может быть огромная угроза. Особенно, когда они... Умеется очень хороший место рождения.
А. Но когда мы очень близко от Ик, ничего нет и не мог сделать, к счастью. А. А, нет, не встает ес. Не стоит ей, столько близко от Ик, потому что они, принесет много повреждений, когда нападают с луками, стрелами. Луками, стрелами. О, посмотрите, это близко от бедства. Идёте. И... Нет. И просто меч мог рубить или мог... Можешь кастить. Кастить через кости. Когда мы очень близко от их, хорошо. Это Нико. Это Нико, как я сказал и прежде, это делает покупки, нет, это торговец, но это торговец в дальнейших местах, и поэтому, поскольку свои цены очень огромны, это два раз выше дорогие, чем обычного. Но это хорошо, посмотрите, это мед. Это мед очень что-то, это очень дорогие, но мед это сами предмет, сами хороший, излучающий предмет во видеоигре. Но это не нужно сейчас, я просто хотел показать тебе, что... что продолжат господин майор, господин торговец, бизнесмен или бизнесменка, я не знаю, если он мужчина или девушка. Это просто свое имя Неко, и Неко не это не ясно. Воу! Ну, это хорошо, посмотрите. Мы не можем рубить или кастить его без топора. Я слышала, что есть Blacksmith, череп, я не знаю, Blacksmith, извините, я забыл, Blacksmith, кто Blacksmith, я не знаю, вагая небо. Это, возможно, будет хорошее оружие туда, лучше. Лучше мы пойдем на Гайанево первый. Ха-ха-ха. Это был мой идея. О, это трюк. Хорошо, это достаточно. И следующее видео начинается около пещеры, называется Гайанево. Пока.